С разбега в CGI. Эффект электричества в Cinema 4D. Создадим два любых объекта взаимодействия. У нас это рука и олень. Соединим объекты с помощью... Соединить объекты. Лезем в могов. Объект – матрица. Режим – меняем на объект. А соединить объекты вставляем вот сюда. Распределение – поверхность и необходимое нам число – молний. Опять могов – трейсер. Вставляем туда объект – матрица. Режим отметки – соединить все объекты. Листаем ниже. Промежуточные точки – на естественно. Эти числа отвечают за количество изломов. Могов – эффектор. Эффектор случая. Вставляем в трейсер. Во вкладке «Эффектор» случайный режим «Турбулентность». Здесь балуемся со скоростью анимации и с масштабом. Во вкладке «Деформация» меняем на точки. Для более точной настройки взаимодействия на определенном участке, во вкладке «Ослабление» меняем форму на сферу. Двигаем как необходимо, ну и классика «Свип», «Трейсер» в «Свип». Сплайн энное количество полигонов и материал Redshift с нужной эмиссией. Я твой отец.